У меня молодая яблоня, 3 года, у нас двухлетка купили. В этом году штук 30 яблок было. Те года по два. Одно дерево не резано, не искалечено, не больное. Все яблоки сгнили, все до одного. Как так может быть? Значит, смотрите. Итак, яблоки сгнили, а деревья с виду не больные. Вот. Железов отвечает. Скорее всего, дерево больно. Убедитесь в течение 1-2 лет. Вот. Я бы... Понимаете, в чем? Ответ мой. Почему оно сгниет, испортится? То есть дерево пропадет. Почему? Дерево, плоды одно целое. Вот плоды и дерево это одно целое. Вот теперь, у меня, к сожалению, на этом все. То есть вот пришло вот такое письмо и точка. Если бы она мне прислала бы вот это бы дерево или деревья, да, крупный план, с 4 сторон снято, крона снята, листья крупным планом сняты, плоды сняты, основания штамба сняты, приствольный круг сняты. Вот. Наверное, я бы нашел несколько причин, почему сгнили плоды, а дерево уже больно и дает гнилые плоды. Но а черт его знает, а не так ли она работала с ним? Откуда я могу сказать? Средство кольцо. Вот это страшная вещь, когда все через с ног на голову поставлено. Первое, правильно. Вот это самый опасный в мире прием. Вот это и третий. Вот он еще, вот это и шансы есть. Все наоборот, все через ад. А вот здесь, вот она вертикальная ветка. Что ж тебе она, эта вертикальная ветка-то помешала? Ну, растет себе, растет. У меня по генетике она такой. А сделал тут рану, впереди мороз, вот эта ветка. Я показывал 10 фотографий, даже в моем саду. Но я показывал, потому что я обрежу на черенки. И тем и так погибает. И умудриться, смотрите, я никогда понять не могу. Здесь человеку нужно побольше нарисовать, получить серебряники или еще что-то. Вот, или авторитет какой-то. Ну ты взял, отрезал вертикальную. А зачем ты внизу наоборот отрезал? А? Лунный календарь. Фу. О, типа формировок плодовых деревьев. Постулат Железова. Деевое дерево имеет свою специфическую форму, форму кроны. И не смейте к нему подходить секатором и с пилой, с ножовкой. Не смейте. Типа формировок. Фантазия больных людей. Вот они. Разрежена ярусная, мутовчатая яруса, без яруса, комбинирована, веретенообразная, кустообразная, полуплоская, плоская. Что вы творите? Вот этот человек, Алексей, мой сосед, целый сад уничтожил. Целый. Никогда его не прощу, потому что сад соседям его, этой самой бывшей жене, это я посадил. Я его вырастил. Приехал, давай уничтожать. Вот. Ну, еще такую фотографию мне прислали. Осень есть осень. Как это могло случиться, что осенью человек сделал фотографию, оно цветет. Вот. Ну, мы на эту тему также говорили. Вот. Причина перепутала дерево. А дерево, оно не полное. Бывает так. Искалечили дерево, оно закладывает почки. Если некоторые умудряются не просто заложить почки, а даже распуститься, дать побег, то есть не побег, а может быть даже заложить, не заложить, а опылиться, а тут и зима. Вот. Не калечьте деревья, друзья, не калечьте. Я, видите как, я вот скажите, я бы мог бы потом опять сказать, ну давайте сейчас через там 20 минут мы закончим, а потом вопрос ходит, вы мне скажите. А почему ты так считаешь, что дерево искалечено? Вот. Не, сразу отвечу. Не буду из себя строить такого заумного. Видели? Видели?
Одна больная ветка слева, мертвая, вторая справа. Вот. В таких случаях, неважно, калечил всех своим секатором или искалечил их мороз, но, отвечая, дружище, кто прислал фотографию, так, дерево больно, половина дерева мертво, в таких случаях почки срочно, их же родина все-таки юг, согласитесь, культурная яблоня это тоже не это, не Сибирь, и даже не Пермский край, и не, даже не средняя полоса России, не Транссиб, это южные страны. А вот эта привычка у них, когда нарушается целостность дерева, и оно начинает, сигнал получает, дерево погибаю, бывало, что оно успевает заложить почки и даже дать урожай. Но это там, где длиннющее-длиннющее лето, это юг и запад. Длиннющее-длиннющее. И вот оттуда пошла подлейшая вещь на свете. В середине лета это резать деревья, ветки, прирост последнего года частично обрезать с таким расчетом, что вот сейчас она заложит цветочные почки, на другой год зацветет. Вот на другой год зацветает, чтобы умереть и успеть дать урожай. Страшнейшая ошибка, ребята, страшнейшая. Но здесь получилось, что это ненавязчиво. Просто ненавязчиво. Дерево. Видите, стоило увеличить, все равно не так заметно. Дерево больно, на деревьях мертвые ветки. Вот, поэтому к осени оно взяло и зацвело. Отвечаю, как умею.